Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на стадионе на Флотской улице. И буквально с минуты на минуту здесь начнется поединок третьего тура первого дивизиона, в котором отношения будут выяснять «Перед летом» и «Буран». По сути, это два новичка первого дивизиона. «Буран», правда, в концовке прошлого сезона зашел в первую лигу вместо снявшегося с соревнования «Александрита», но начинал сезон коллектив во второй лиге, более того, в одной подгруппой с «Перед летом». «Перед летом» вообще стал одним из главных ньюсмейкеров прошлогоднего первенства, потому как за весь календарный чемпионат, за все 38 матчей команда Сергея Аветова не проиграла ни разу, стала чемпионом дивизиона 2А и пробилась в первую лигу напрямую. «Буран», как я уже сказал, по ходу первенства уже заявился в первую лигу и на самом деле выступил там очень и очень неплохо. Начиная с 28-го тура команда выступала во втором по значимости дивизионе Северной лиги, добилась там много побед, в том числе и давала бой признанным фаворитом турнира. И сегодняшнюю встречу начинает с места в карьер. Вот он, первый же момент, и сразу же заканчивается он голом. Буквально на 30-й секунде открывает счет «Буран», и делает это 88-й номер Берег Тутберидзе, лучший снайпер команды в прошлом сезоне и один из лидеров, безусловно, недавно стартовавшего первенства. И вот так уже на первой минуте «Буран» открывает счет, забивает первым же ударом по воротам, забивает в первой же своей осмысленной атаке и не оставляет мне никакого выбора, кроме как начинать представлять составы играющих команд именно с стартовых 8 номинальных гостей. Футбольный клуб «Буран», бело-голубые цвета. В воротах Алексей Герасимов, номер 30-й. Линия обороны слева направо Артем Соболев, 22-й. Ясмин Биниш, 77-й. И Шамиль Умалатов, 8-й. В опорной зоне Егор Дунаев, 2-й. И Вадим Болдарев, 28-й. Берег Тутберидзе, автор первого гола в сегодняшнем матче, на позиции под нападающим расположился, у него номер 88. И Даниил Шкарин, 95-й, на острие атаки сегодня у «Бурана». Футбольный клуб «Перед летом» в своих также традиционных цветах выступает, черно-желтых. Сергей Аветов, номер 35-й, защищает владение химчан. Александр Кузнецов, 17-й, в центре обороны. Иван Болгар, 88-й слева, Иван Мамедов, 18-й справа, Егор Сальников, 9-й, и Дмитрий Хилков, 23-й, составляют опорную зону футбольного клуба «Перед летом». Алексей Куликов, номер 10, будет играть слева в полузащите. Вот такая вот нестандартная тактика, крен в сторону правого фланга обороны «Бурана». Не знаю, конкретно под Шамиля Умалатова это стратегическая задумка или же Алексей Куликов будет перемещаться по обоим бровкам. Ну и на острие атаки с первых минут должен был появиться Роман Анпилов. У него номер 3 в заявке. Но вот так вот осматриваю я зеленый прямоугольничек в поисках супербомбардира химчан. И вижу, что Александр Барабанов начал встречу на острие, следовательно, Анпилов к старту не подъехал. Впрочем, предупреждал меня тренерский штаб химчана, что возможны некоторые проблемы с приездом Романа Анпилова. До последнего надеялись наставники, что приедет форвард на игру к началу поединка, но вот пока на острие у черно-желтых играет номинальный полузащитник Барабанов, который, напомню, в прошлом туре спас свою команду от поражения. Именно гол Барабанова с передачи Романа Анпилова позволил ПЛ сыграть ничью с «Ювенал». Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи Андрей Нюхарев, помогает ему на бровке Игорь Елисеев. Напомню, что на первой же минуте в своей первой же атаке «Буран» открыл счет. Сделал это Берег
Тутберидзе. Если вдруг вы пропустили старт поединка, перемотайте нашу трансляцию назад и насладитесь этой голевой атакой. И именно она и задала тон сегодняшнему поединку, расставила команды по своим местам с точки зрения фаворита и андердога. Да, ПЛ стал чемпионом в дивизионе 2 в прошлом году, а Буран, понимая, что скорее всего пробиться в лигу выше по итогам чемпионата не получится, решил сие уравнение несколько иным способом. И на самом деле Александр Новозенцев в послесезонном общении с вашим покорным слугой говорил о том, что одно из главных разочарований сезона для него — это то, что не удалось взять реванш за поражение в первом круге у Передлета. Тогда химчане оказались сильнее со счетом 3-2. Дубль Романа Анпилова и гол Ивана Болгара перевесили старания Берека Тутберидзе и Виталия Хомякова. Ну а во втором круге, когда Буран уже выступал в лиге выше, а вместо бело-голубых во вторую лигу зашел коллектив, который ныне называется «Хай-Тек», перед летом не испытал никаких абсолютно проблем и добился более чем уверенной виктории 12-0. Но, наверное, в историю противостояния именно этих команд данное противостояние учитывать не стоит. На ровном месте ошибается Александр Кузнецов. Небольшое недопонимание между ним и Иваном Болгаром. Пытались химчане быстро разыграть мяч после назначенного рефери штрафного, но в итоге получилось только хуже. Мяч потеряли, и Буран имел возможность провести атаку, но словно лаверды и они ошиблись в простой ситуации. И в итоге после всех этих перестановок, всех этих потерь, в итоге все равно с мячом Бурана атакует правым флангом. Подача, Сергей Аветов, вовремя выйдя из ворот и сократив угол обстрела сопернику, помог своей команде избежать очередного опасного момента. Но и не особенно там старались бело-голубые. Как-то слишком спокойно они разыгрывали эту, на самом деле, крайне перспективную атаку. Возможно, быстрый гол также, что называется, дает о себе знать. Очень часто команда, которая забивает гол в первые так, 5-7 минут матча, несколько успокаивается и думает, ну, сейчас-то мы их на классе сделаем, смотрите, в первой же своей атаке забили. Порой все это бывает и очень неправильно. Штрафной зарабатывает Барабанов, подставился он под фол, понимая, что вряд ли какое-то развитие может получить это наступление. Это точка для Алексея Куликова, для одного из нескольких новичков перед летом. О трансферах поговорим чуть попозже, наверное, после этого стандарта. Посмотрим, что придумает Куликов. Удар, момент, и здесь надежен Герасимов. Надежен, правда, не на все 100%, потому что момент в итоге продолжался. Но голевым он не стал. Разрядили обстановку дефенсора Бурана. И перед летом вынужден начинать все с самого начала. А здесь еще и Егор Сальников прихватывал руками оппонента, которому проиграл борьбу. И рефери назначил штрафную уже в другую сторону. Перед началом этого сезона оба наставника хорошо поработали на трансферном рынке. Были и потери, безусловно, без них никуда. В частности, у Бурана ушли Алексей Батанов и Андрей Мулин. Из таких вот действительно значимых потерь. Батанов отправился на повышение в высшую лигу, где, конечно, он и хотел играть после того, как «Империя» прекратила свое существование. Батанов некоторое время, а именно сезон, поиграл, по сути, не на
самых верхних позициях Северной лиги, но вот в итоге, получив предложение от команды, которая знает, как побеждать, вернулся в вышку. Ну а Андрей Мулин, если я не ошибаюсь, за плечами которого также есть матч в высшем дивизионе за Штурм, перебрался в Ювенал и теперь является соперником Бурана по этому чемпионату. Из приобретения отметим Евгения Острягина, который в межсезонье перешел в «Экс-Космос» как раз-таки из команды перед летом. И для него-то эта встреча, безусловно, будет ой как важна. Правда, начинает он этот матч на скамейке запасных. Сейчас, правда, не до Острягина дело, потому что еще один хороший момент создает Буран. Сергей Аветов справляется с ударом с острова угла. Затем, правда, чуть было не последовало добивание, но на этот раз перед летом повезло. Вообще на старте преимущество Бурана выглядит абсолютно неоспоримым. И гол, хоть и не вытекал, безусловно, из хода противостояния, потому как с момента старта у свистка до первого взятия ворот прошло немногим меньше 30 секунд. Но вот сейчас, по прошествии 10 минут, наверное, можно все-таки сказать, что Буран контролирует ход матча и ведет в счете абсолютно заслуженно. Ну а возвращаясь к трансферам, из тех лиц, кто сегодня в заявке и принимает участие в этом поединке, отметим также и Ясмина Бинеша, который перебрался из футбольного клуба «Марвел», который вылетел из высшего дивизиона и также в этом году выступает в первом дивизионе. У нас первая замена тем временем произошла. Давайте до конца за этой атакой посмотрим. Здорово отработал здесь вышедший как раз-таки на замену Илья Назаров. Но в итоге все получилось даже как нельзя лучше для Бурана. Еще один момент. Момент, который, наверное, можно и нужно называть 100%. Но Вадим Болдырев не попадает из пределов штрафной. Сейчас Буран обязан был удваивать преимущество. Но вновь госпожа Фортуна оказалась на стороне команды Сергея Аветова. Что касается перед летом, то помимо Евгения Острягина, команду также покинули Денис Давыдов, Александр Алешин. Не дают мне соперники закончить тему трансферных переговоров. Александр Линкин и Павел Косюра. На их место были приглашены как раз-таки Алексей Куликов, перебравшийся с северо-востока из футбольного клуба «Футбольное поле наше», Игорь Чикин, Павел Зайцев, их сегодня в заявке нет, и Иван Мамедов. Иван Мамедов сегодня, так же как и Ясмин Бинеш в составе соперников, начинает матч в стартовом составе, но в отличие от дефенсора Бурана, наверное, Мамедов вряд ли может быть доволен началом поединка. И именно его тренерский штаб «Химчан» поменял таки как раз-таки в последней паузе, когда на поле появился Илья Назаров. Таким образом, уже всю свою заявку на сегодняшний матч использовали черно-желтые, а Буран идет в очередное свое опасное наступление. Еще один, по сути, выход один на один, и на этот раз Егор Дунаев шансов Аветову не оставляет, а пробивает противоход голкиперу точно в девяточку. 2-0 на 13-й минуте встречи. Как-то слишком легко Буран преодолевает оборонительные редуты перед летом. Много было разговоров на старте сезона, что есть кадровые проблемы у черно-желтых. И действительно, команда играет в не самом оптимальном составе, но покажите мне коллектив, у которого действительно нет проблем в августе месяце, когда еще многие футболисты отгуливают свои отпуска или же по каким-то иным причинам не могут принимать участие в матчах. Вот для Бурана старт сезона проблемы не оказался. Две победы
из двух на старте. Первенство, да, обе виктории были добыты с минимальным перевесом, но вот сегодняшний матч складывается очень и очень неплохо для бело-голубых. Ну а в стартовых матчах, напомню, Буран одолел сначала Бинго Бум со счетом 3-2, а затем расправился и с Онегой 4-3. Вообще для Бурана старт сезона получился эдаким дебютантским. В четырех стартовых поединках бело-голубые будут играть с выходцами из второй лиги. Вот двух уже обыграли. Сейчас матч против Перед Летом складывается как нельзя лучше для бело-голубых. Ну а в следующем туре предстоит сражение со Смены. Да, и в пятом игровом уикенде еще ждет их Эдита. То есть все пять стартовых матчей Буран будет сражаться с теми, кто является дебютантами первой лиги. И коллективы здесь собраны действительно неплохие. Перед летом вот совершил так называемый unbeaten смена. Ну, смену представлять вообще нет никакой необходимости. Команда выступала в высшем дивизионе долгий период своей истории. Затем были тяжелые времена у команды Александра Гавриленкова, но усилившись в том числе игроками канувшего в лету водного стадиона, сейчас смена является одним из главных фаворитов стартовавшего первенства. И если Буран пройдет вот этот вот отрезок из пяти матчей без потери, то, наверное, в одночасье докажет свою состоятельность и свои притязания на звание главного кандидата на чемпионство. Вообще, когда я готовил традиционный предсезонный материал, расставляя команды по позициям, по прогнозируемым позициям в сезоне, вообще вот как раз-таки думал о том, что Буран вполне может и должен бороться за самые высокие места, может быть, даже и за чемпионство. Но наслышан я о проблемах команды, которые появляются у бело-голубых в зимний период сезона, учитывая, что все-таки мы живем в России, и период холодов у нас достаточно продолжителен. Несколько поумерил свой пыл и поставил команду в первую четверку, да. И предполагаю, что за выход в высший дивизион бело-голубые будут бороться непременно. Но отдал предпочтение другим коллективам, в частности Смене и Перед Летом. Перед Летом, который как раз-таки после анбитена прошлого сезона выглядел очень интересно. Каюсь, химчана видел в деле немного, от силы пару раз, и поэтому особого представления о реальной силе команды не имел. Но в любом случае 38 матчей без поражений в сезоне говорят сами за себя. До этого ровно такой же трюк удался Энергомашу сезоном ранее. И в итоге команда Эдуарда Славинского стала чемпионом первого дивизиона. А сейчас выступают вышки. И надо отметить, свои первые очки, а вернее 3 очка, уже там набрала. Но вот старт сезона пока у Перед Летом не удается. Сначала было поражение от Гепардс 1-4, затем вырванная буквально в эндшпиле ничья с Ювеналом. И это при том, что Гепардс и Ювенал, при всем уважении к этим командам, бороться за подиум будут едва ли. Вновь фол фиксирует Андрей Нюхарев. Быстро разыгрывают черно-желтые. К слову, у нас перестановки произошли в составе Бурана. Пока я вам долго рассказывал о предсезонных раскладах, а здесь буквально гол из ничего создает Алексей Куликов. С этим ударом Герасимов, ну, должен был справляться. И на самом деле никакой опасности он в себе не таил. Но то ли отскок от газона дезориентировал голкипера Бурана, то ли
в дело вмешался какой-то рикошет. Каюсь, я его не заметил. Но Алексей Куликов возвращает своей команде надежду на благоприятный исход сегодняшнего матча. Сокращает отставание в счете до одного мяча. И этот гол на 19-й минуте на самом деле очень и очень был нужен черно-желтым. Особенно по ходу того, как складывается этот поединок. На острие атаки у Бурана уже достаточно длительное время действует Александр Петрученко. Так, здесь фол. Даниил Шкалин сейчас на скамейке запасных отдыхает. Ну а этот стандарт, эта точка, конечно же, убойнейшая. И Берег тут Беридзе сначала установил мяч, но затем уступил право удара своему партнеру Артему Соболеву. Конечно, с левой ноги отсюда пробивать в разы удобнее. Бьет Соболев! И забивает четвертый гол сегодняшнего противостояния и третий гол своей команды. Да, удар, конечно, не получился для хит-парада. Со штрафных очень много голов красивых забивают. Но он вышел настолько мощным, что даже бросок Сергея Аветова гол не предотвратил. И буквально 2 минуты потребовалось всего лишь бело-голубым, чтобы вернуть устраивающую разницу в счете. 3-1. Буран начинает этот поединок очень и очень неплохо. Вот еще один ответ от перед летом. Вновь на острие атаки оказался Алексей Куликов. Перебрасывая голкипера, он достиг своей цели, но защитники подстраховали своего вратаря. Перед летом продолжает атаковать. Кузнецов, дальний выстрел, но накрывает его Александр Петрученко. Учитывая, как был забит единственный гол перед летом в сегодняшнем матче, делает он это, видимо, не зря. Барабанов. Без нарушения правил у него мяч отбирает Соболев. А затем оставляет мяч для своей команды. Аут. Отсюда выбираться, конечно, сложновато. И не стали ничего выдумывать бело-голубые, а просто отправили мяч вперед, направление Петрученко. Но до него мяч там как раз-таки не дошел. А вот Егор Дунаев борьбу навязал и мяч своей команде вернул. Петрученко продолжает здесь бороться и с Александром Кузнецовым, и с еще одним защитником, пытаясь разобраться, кто это был. Да, это, конечно же, Дмитрий Хилков, номинальный опорный полузащитник, но по эпизоду опустился он поближе к линии обороны и помогал партнерам. А вот эта передача абсолютно безадресная, но как ошибается Кузнецов, буквально дарит мяч своему сопернику, а затем еще и в отбор неудачно пошел, но исправляет в конечном счете свою ошибку. Александр Петрученко завозился откровенно с мячом. Соболев. Неудобная передача, но классно подставился под фол. 99-й номер Бурана. У Андрея Нюхарева, да, такая вот манера судейства, и которой нужно несколько привыкнуть. Действует по букве правил от первой и до последней секунды, естественно, но очень низкая у него так называемая грань допустимого. Буквально любой контакт чаще всего трактуется как нарушение правил, если же, конечно, не было сыграно в мяч. Это, опять-таки, это манера судейства, это не хорошо или неплохо, это именно так, как есть. Но вот некоторым вспыльчивым командам, как, например, Онеге, которая играла часом ранее с Кристаллом, это очень сильно не понравилось, и в итоге дело завершилось даже удалением за несдержанность. Опасная игра.
в исполнении Ивана Мамедова. Действительно, открытый стопой. Пошел он в стык. Такое карается свободным ударом. Ну и раз мы заговорили о матче Онега-Кристалл, скажу, какие еще результаты состоялись в этом туре. Онега и Кристалл выявить победителя не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью 2-2. Прайд в утреннем поединке с Труваром добился своей первой победы в истории 4-1, а Тандер не позволил Протону Геннадию Зародыша набрать очки. Выиграл 5-3. Добился третьей виктории на старте первенства. И на данную секунду именно Быки возглавляют турнирную таблицу первого дивизиона. Кристалл потерял очки и располагается на второй строчке. А вот если Буран сегодня окажется сильнее перед летом и сделает это как минимум не с минимальным разрывом, то тогда уже команда Александра Навезенцева станет сильнейшей, по крайней мере, на некоторое время, пока остальные конкуренты свои матчи не сыграют. Мамедов отыгрывается назад на Аветова. Тот меняет фланг и переадресует снаряд на левую бровку. Вот выйти из обороны в атаку посредством коротких передач химчанам не удалось. Но атака продолжается. Хилков играет в центр. Куликов еще левее. Вот это уже интересно. Подача Барабанова. Попал там в руку мяч появившемуся на поле Артуру Бегларяну или нет, судить вам. Но нарушение правил в такой ситуации фиксируется крайне редко. А вот в этом единоборстве фол был. Досталось Дмитрию Хилкову. Прямо перед штрафной площадью соперника. И этот стандарт — шанс для Алексея Куликова оформить дубль под занавес первого тайма. Чуть меньше 4 минут у нас остается команда провести на поле перед перерывом. Но Буран пока выглядит поинтереснее, откровенно говоря. Хотя отсюда, конечно же, и Егор Сальников может пробовать пробить. Нет, будет бить все-таки Куликов. Направлял во вратарский угол. Сильно, но не точно. Сергей Аветов недоволен розыгрышем, таким розыгрышем стандарта. Спрашивает он у своего партнера, почему нельзя было пробить низом. Не покинул мяч предела поля, по мнению главного арбитра встречи. Сложный момент. На стоп-кадре, наверное, лучше всего посмотреть. То, что какая-то часть мяча покинула пределы зеленого прямоугольничка, это абсолютно точно. Но покинул ли он его полностью, наверное, сможет ответить только человек, обладающий орлиным взглядом. Но в любом случае эпизод, что называется, заигран. Буран из продолжения этой атаки не сумел придумать что-то интересное. В итоге все закончилось банальным ударом от ворот. И перед летом усилиями Александра Барабанова и других начинает свое наступление Болгар на левом фланге. Здесь навязывает борьбу сопернику, а затем, проиграв позицию, нарушает правила. Откровенно толкает в спину оппонента, коим оказался Шамиль Малатов. Дунаев играет центр. Чуть было все не закончилось обрезом для номинальных гостей. Мяч в итоге все-таки потерян, но партнеры уже успели занять оборонительную позицию. Куликов, не удалось ему пробить из пределов штрафной. Защитники на чеку. И в итоге мяч добрался даже до Сергея Аветова, который точной передачей нашел на чужой половине поля Хилкова. Кузнецов. Уже Александр
попробовал подключиться к атаке, но вовремя остановился и отдал передачу Мамедову. Но вот тому значительно продвинуться вперед не удалось. За бокового будет водить 18 номер. Хилков. Доигрывают команды первую половину. Сейчас, конечно же, в умах и одних, и других сидит мысль, что главное не пропустить вот эту заключительную минуту. Потому как гол в раздевалку, он очень сильно, конечно же, меняет расклады сил на поле. А в атаке Бураны забивает четвертый гол. Буквально в таранном стиле здесь выбрался на ударную позицию. Даниил Шкарин. И буквально за несколько секунд до окончания тайма сделал он преимущество своей команды крупно. Отправляет главный арбитр встречи команды на перерыв. Что ж, отдохнем и мы. 4-1 после первого тайма. Впереди Буран и 30 минут второй половины. Завершился перерыв матча третьего тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют перед летом и Буран. После стартовых 30 минут игры впереди бело-голубые 4-1. Голы Берека, Тутберидзе и Алексея Соболь... Артема Соболева, прошу прощения, Егора Дунаева и Даниила Шкарина позволяют команде вести крупно. Гол престижа пока что на счету Алексея Куликова. 30 минут позади, и, наверное, стоит признать, что преимущество Бурана в счете, преимущество крупное, оно абсолютно заслуженное. Номинальные гости лучше провели первую половину встречи. А если бы не самые уверенные действия Алексея Герасимова на последнем рубеже, то ушли бы они на перерыв и вообще с сухим счетом. Но шансы у перед летом в любом случае остаются. Играть еще 30 минут. И если удастся забить быстрый гол вот сейчас, а вот в этой, например, атаке, которую придумывает на свои ворота Герасимов, но исправляет собственную же ошибку, причем дважды, то, конечно, шансы у ПЛ отыграться выросли бы. Впрочем, атака-то продолжается, угловой назначен. Подача от левого фланга. Еще один момент. Нет, не будет, а будет возможность для контратаки в численном большинстве у Бурана. 4 в 2. Она развивается. Передача направо. Петрученко. Неудобная, неудобная передача и неточная. В итоге мяч оказывается в руках у Аветова. И контрвыпад уже в исполнении перед летом. От ножа. От ножа пошла у нас вторая половина без центра поля. Соболев уходит от одного, отдает передачу налево и подключается к наступлению. Когда защитник подключается в атаку, безусловно, его нужно награждать передачей, а не ошибаться вот так вот на своей половине поля. Здорово здесь, конечно же, в подкате Егор Сальников сыграл чистейше. Отобрал мяч у соперника, а это уже в атаку подключился и Александр Кузнецов. Но итог все тот же. Пока без опасного момента. Петрученко. Передача направо, на ход Сальникова, но здесь Болгаров ушел от двух подкатов, но Петрученко отборолся и мяч отвоевал. Мяч отвоевал, фол был зафиксирован, досталось по ногам там. В ходе единоборства форварда Бурана рефери без внимания этот эпизод не оставил. Шкарин оставляет мяч пяткой. Беридзе, сольный проход, едва не приводит к тому, что после серии рикошетов мяч мог оказаться у Петрученко, которого все оставили в чужой штрафной, даже, по сути, на линии вратарской. Отсюда промахнуться нужно еще умудриться, но до Петрученко мяч не дошел, чуть-чуть перескочил он через форварда Бурана. Ну и, конечно же, если Буран забьет
в ближайшее время еще раз, то, наверное, на этом можно будет, как говорил великий комментатор, лавочку закрывать. Не раз я ловил себя на мысли, что как жаль, что в футболе поединки не останавливают досрочно, как в боксе, за явным преимуществом. Порой, особенно в любительской лиге, такую меру можно было бы применять, естественно, при согласии обеих команд. Потому что, безусловно, не все коллективы играют в футбол для решения каких-то задач. И действительно хватает команд, которые играют действительно в свое удовольствие. В атаке перед летом неплохо все было разыграно до последней передачи Дмитрия Хилкова. Она получилась безадресной. Петрученко. И боковой мяч ввели. Здесь в голову попадает снаряд главному арбитру встречи. Случайно, конечно же, никто не хотел нанести травму рефери. Хилков. Нужно разворачивать атаку уже, ну, хотя бы в центр. Сальников. И ошибается в передаче Егор Сальников. Очередная возможность для контратаки. Петрученко бросает прорыв. Тутберидзе. Удар. 5-1. Берег Тутберидзе оформляет дубль с передачи Александра Петрученко. Радуется полузащитник. Радуется и наставник команды. Радуются и партнеры. 5-1. 35-я минута матча. Впрочем, Алексей Герасимов подбадривает своих партнеров, просит их не расслабляться, играть еще действительно достаточно долго. Хотя, положа руку на сердце, я не вижу, за счет чего перед летом может сегодня отыграть гандикап в 4 мяча у такого Бурана. Но за честь свою он побороться может и, более того, должен. Так что бросать играть нельзя ни в коем случае. Разница забитых и пропущенных мячей еще может сказаться на дальнейших перспективах. Егор Сальников тем временем желтую карточку получает. Грубовато он подкатился под Тутберидзе. Но, что называется, максимально осторожно для такого вида подката, а именно сзади. Барабанов зарабатывает аут для своей команды. Никто не поддерживал атаку. Прошу прощения, угловой мяч за лицевую линию все-таки покинул пределы поля. Мне показалось, что за боковую. Не так важно. Есть возможность большими силами прийти в чужую штрафную, но подача получилась крайне неудачной. Неудивительно, что Буран с этой атакой справился. Еще один фол. Еще один фол и еще один горчичник. Получает его Алексей Куликов. Буквально в течение 2 минут. 2 предупреждения мы с вами увидели. Хотя за всю первую половину не было показано ни одного. Хочется надеяться, что это просто вот так сложились обстоятельства, а не то, что перед летом перешел на игровое хамство. Такое за ними не наблюдалось. Более того, в первых 2 турах химчане не получили ни одного предупреждения. Разряжает обстановку, ну, собственно, штрафной Александр Кузнецов. Правда, наверняка планировал он выполнить адресную передачу вперед на Александра Барабанова, на своего тезку.
Но мяч срезал с ноги. В общем, что называется, игра сегодня не клеится как у всей команды, так и у отдельно взятых лидеров. Барабанов, ну вряд ли он здесь что-то в одиночку сумеет придумать против троих оборонцев. Но в итоге чуть было мяч не отобрал. Ну а Баран действительно расслабился, позволяет себе небрежность в передачах. Вот сейчас Вадим Болдырев подарил буквально мяч сопернику. Атаки перед летом, мяч уже в штрафное, передача на вторую линию, Куликов, его удар заблокирован, атака продолжается, Назаров, еще один удар. Но на этот раз Алексей Герасимов надежен, фиксирует мяч, а вместе с тем и ногу Александра Барабанова, не хотя отпускать его. Болдырев, передача в центр, напрашивающийся, а перед летом уже позволяет себе даже в оборону неспешно возвращаться. Хилков, например, только-только пересек центральную линию поля, а Буран уже в чужой штрафной. Но здесь Аветов вместе с защитниками справился с атакой. Еще и ливень зарядил, так надоевший за это лето. В общем, от концовки этого поединка вряд ли стоит ожидать какого-то интересного зрелища. Повторюсь, исход матча, на мой взгляд, вы можете со мной не согласиться, но уже решен. Дмитрий Хилков подаст угловой от правого углового флажка. Трое футболистов в черно-желтой форме в штрафной площади соперника. Барабанов добирается до мяча. Но едва ли это можно назвать ударом по воротам. Мяч в аут ушел. Шкарин. Неточная передача, но мяч остается у бело-голубых. На индивидуальную игру сбились бело-голубые, что достаточно странно. Обычно, знаете, когда одна из команд ведет в счете с солидным преимуществом, наоборот, коллектив, уступающий в счете, начинает сбиваться на индивидуальные действия, на эдакое спасение Родины. А здесь получается наоборот. Буран коллективными действиями переиграл откровенно оппонента, а теперь каждый из игроков хочет немножко покрасоваться, в том числе, возможно, и перед камерой. Зарабатывает штрафной Петрученко. Подталкивали его в спину, конечно же. Это было прекрасно видно и нам с вами, и главному арбитру встреча. Берег тут Беридзе быстро разыгрывает мяч. Шкарин уходит от очередного фола. Удар, рикошет, мяч в перекладину. Попадает, единоборство, и будет угловой. Разыгрывает мяч бело-голубые. Берег тут Беридзе и Даниил Шкарин. Прошу прощения, вот сейчас только Шкарин получает мяч. Удар, еще один из-за пределов штрафной. Это уже когда ливень изрядно подпортил прически игрокам. Некоторая проблема у меня возникла с идентификацией футболистов. Перепутал вот я, в частности, Шкарина и Вадима Болдырева. Соболев оставляет мяч своей команды. А тем временем замену перед летом проводит. Отправляется отдыхать Александр Барабанов. На острие атаки, следовательно, Куликов будет играть. Очередной фол. Фолит Сальников. Напомним, что у него уже есть предупреждение
ему-то как раз-таки поосторожнее надо быть. Этот матч уже не спасти. А вот в следующем туре перед летом играть с Кристаллом, еще одним претендентом на титул. И если еще и потерять одного из системообразующих футболистов, коим, конечно же, является Егор Сальников, поигравший в прошлом году в высшем дивизионе Северной лиги за Тембанк, то совсем худо будут дела у химчан, особенно при вот таком сборе, что есть у команды в начале сезона. Раз уж мы заговорили о будущих поединках, продолжим сразу после того, как поздравим с очередным голом. Артура Бегларяна. Он забил 6-й мяч белоголубых в сегодняшнем матче. Дальний выстрел достиг цели. Напомню, что в следующем туре Бурану играть со сменой. И вот это тоже, конечно, будет великолепное зрелище, в котором, честно признаюсь, сейчас я даже не готов отдать предпочтение какой-либо из команд. В подкате здорово играет Кузнецов. Затем не менее здорово играет в отборе его оппонент Бегларян. Правда, выбил он мяч за пределы поля, понимая, что опасно здесь, конечно же, пытаться сохранить. Отобрать и сохранить мяч для своей команды. Сыграл, что называется, попроще. Сальников. Бить не стал, здорово убрал на замахе оппонента. Последовала передача в штрафную. А здесь Бегларян. Здорово. Здорово перекрыл траекторию удара. И в итоге лишь угловой зарабатывают черно-желтые. Дмитрий Хилков его будет подавать. 1-6. К сожалению, для нейтральных зрителей сегодняшний матч получается, как обычно говорят в таких случаях, в одну калитку. За исключением гола и голевого момента в начале второй половины, когда Алексей Герасимов неудачно вынес мяч из своей штрафной, в атаке у черно-желтых и вспомнить-то нечего. Да и гол-то, повторюсь, не должен был никаких проблем создать вратарю Бурана. Но почему-то создал. Шкарин, получив передачу у своей штрафной площади, в итоге добрался с мячом до чужой штрафной площади. И организовали они на пару с Тутберидзе очередное взятие ворот. Автором гола становится Александр Петрученко. 7-1. Если дело так пойдет и дальше, то мы с вами, друзья, станем свидетелями самой крупной пока что в этом сезоне победы. Напомню, что пока автором этого достижения является Ассирия со счетом 8-1, выигравшая у Войки КЛВ в прошлом туре. У Бурана есть еще 12,5 минут, чтобы переплюнуть этот результат и забить еще, ну, как минимум, дважды. Ну, а старт для перед летом получается абсолютно точно не таким, как рассчитывали сами химчане. И похоже, что о чемпионских амбициях все-таки в этом сезоне стоит забыть. Малатов тоже решил блеснуть индивидуальным мастерством. Чуть было мяч не потерял. Шкарин. Неудачная передача в итоге от защитника Бурана.
Последовал перехват. Но Берег Тутберидзе здесь здорово сыграл. Появился на поле у нас под 21 номером Евгений Острягин. Анонсировали мы эту замену. И вот только на заключительное мгновение матча Острягин на поле вышел. У Куликова есть возможность убежать один на один, но он предпочитает не соревноваться в скорости с Ясмином Бинишем. И отыгрался за счет партнера. Поймал себе на мысли, что фамилию этого защитника, я про Ясмина имею в виду, конечно же, мы произнесли от силы дважды по ходу сегодняшнего матча, когда называли стартовый состав, и вот сейчас, что говорит, конечно же, о том, как плохо сегодня сыграла атака Химкинского клуба. 10 минут остается командам провести еще в сегодняшнем поединке на поле. Ливень тем временем усилился до тропических размеров. Ну и, конечно же, удовольствие получается в таких погодных условиях. Не знаю, как буран, а вот перед летом абсолютно точно не будет. Малатов неудачно бросил мяч из-за боковой Даниил Шкарин, и в итоге пришлось тут выпутываться из сложной ситуации Шамилю, но он с доблестью это сделал, мяч в том эпизоде сохранил, но до ума, до логичного завершения, до удара в той атаке дело не дошло. Малатов отыгрывается с Дунаевым. А на том фолит. Фолит Егор Сальников. Здесь, конечно же, ни о каком втором предупреждении речи идти и не может. Какая-то магическая точка на этой вот половине поля. В первом тайме Александр Кузнецов так мяч за боковую выбил, разыграв штрафной. А сейчас это же сделал и Ясмин Биниш. Подача углового. И вновь все вверху выигрывают защитники бело-голубых. Стрягин. Небрежная передача. Легко футболисты перед летом с ней справились. Кузнецов. Центр на Сальникова. Нет. Мимо него прошла эта передача. Куликов. Вот что-то похоже на осмысленную атаку, но, повторюсь, сегодня игра не идет у всей команды. Да и действительно сложно себя заставить, наверное, все-таки на полностью выкладываться на все 100%. Когда до конца матча остается 8 минут, ты проигрываешь 6 мячей. И абсолютно по делу, что называется, проигрываешь. Дунаев разворачивается, идет в центр. Последует удар? Последует, конечно же. Он на ударной позиции. Нет, это была все-таки передача. Но вот последнее касание было, как мне кажется, лишним у Дунаева. Нужно было бить, когда он оказывался прямо по центру. Так, здесь игра рукой. Неудачно обработал мяч Соболев. Перед летом не теряет надежды забить еще хотя бы разок. Но Иван Мамедов не сумел в одиночку возглавить наступление хозяев поля. Мяч направо. Острягин. Вот оно, продолжение атаки. Не забивает, не забивает. Буквально с метра. Там был Берег Тутберидзе, по-моему, да. Сам он улыбается, прячет лицо в футболку. Да, конечно, при счете 1-7 он может улыбаться этому упущенному моменту. Благо, что и сегодняшнюю встречу провел он действительно на очень хорошем уровне.
Но упустил он возможность оформить хет-трик, утвердиться в звании лучшего бомбардира своей команды. Сейчас на его счету 5 голов после 3 проведенных встреч. Ну а начиная с 47 минуты, больше забитых голов мы с вами не видели. Барабанов хотел пяткой прокинуть себе мяч, не получилось. Шкарин. Передача вперед. Острягин. Острягин штрафной. Вот кто хочет абсолютно точно забить в сегодняшнем матче, так это 21 номер Бурана. Пока что зарабатывает угловой, который сам будет разыгрывать. Учитывая, что никого из футболистов в бело-голубой форме в штрафной площади соперника нет. Понятное дело, что последовал розыгрыш. Удар. Удар выше перекладины. Повторюсь, откровенно доигрывает матч команды. Зрелищем мы сегодня, к сожалению, не получили. Хотя, как сказать, много забитых голов. Если вы сопереживаете Бурану, экс-космосу, то вы, наверное, остались довольны увиденным. Футболисты так точно. Барабанов сохранил мяч. От Артема Соболева тут покинул пределы поля. Меньше 5 минут остается до окончания поединка. Кузнецов обратно на Аветова. А тот прокинул мяч мимо Петрученко. Начинает новую атаку. Может получиться интересно. Вот что хочется отметить. Аветов очень хорошо эти адресы на передаче раздает вперед. Но пока этого недостаточно для того, чтобы форварды там замечи. Они цепляются, но что-то интересного в отсутствие Романа Анпилова придумать не могут. Анпилов так и не подъехал на стадион. Это, безусловно, потеря, потерище для перед летом. За половину прошлого сезона Анпилов наколотил 77 голов за 23 игры. Это больше, чем 3 мяча в среднем за игру. Напомним, что Анпилов начинал сезон в вышке за команду Пресня. Острягин на ударной позиции, жадничать не стал, покатил левее. Еще один момент, Аветов свою команду выручает. Ногой среагировал на этот неприятный удар под опорную Александра Петрученко. Спас от еще большего разгрома пока что. Но не от поражения. Еще один момент. На этот раз у перед летом. Плотный выстрел Барабанова. Но прямо по центру. Еще один удар. На этот раз рикошет и будет угловой. Очередная подача от Хилкова. И вновь верховое единоборство остается за Бураном. А затем еще и дальний выстрел Ивана Болгара заблокировали. Ну а на самом деле неплохой матч провел все тот же Биниш, например. Раз за разом снимал он верховые подачи перед летом со стандартов. Вот и сейчас здорово сыграл на перехвате, подключился к наступлению и пошел-таки, возможно, в последнюю атаку в сегодняшнем матче. Момент, передача, будет момент, будет гол. Серия рикошетов, мяч заметался по штрафной, а между прочим Биниш лежит в чужой вратарской. А атаку перед летом останавливать и не думает. Барабанов, удар. И выручает свою команду Алексей Герасимов. Аут.
Биниш тем временем продолжает лежать. Чужой штрафной. Буран, естественно, недоволен этим событием, но сами-то бело-голубые почему-то не думали останавливать атаку, а довели ее до удара. Ну а соперник убегает 2 в 2, естественно, при учете того, что Биниш является центральным защитником. Соперника не стал останавливаться, но это абсолютно справедливое удаление Дмитрия Хилкова. Откровенный удар наотмашь. Соперник уже убегал со спины. Ну и Хилков в следующем матче не сыграет. Хамское поведение. Иным словом, это назвать не получится. А самое главное, зачем, вообще непонятно. Как минимум, одноматчевой дисквалификации здесь дело не ограничится. Думаю, две игры придется пропустить химчанам. Но теперь им придется ждать решения КДК. Доиграть-то осталось всего ничего. Минута, и вряд ли что-то арбитр добавит. Не требует этого ситуация. Падение. Требует бело-голубые пенальти. Точнее, требует пенальти скамейка запасных даже больше, чем сами футболисты на поле. Ну и на этом все. Закончился поединок. Закончился матч. Более чем уверенная победа Бурана. На этом я с вами, дорогие друзья, буду прощаться. Встретимся на полях Северной лиги. Любите футбол и до свидания.